Тюменские школьники запустили благотворительную акцию в знак поддержки врачей. Идея принадлежит участникам проекта, которые осваивают азы профессии. Присоединиться и сказать спасибо медикам может каждый. Сейчас открыт благотворительный сбор средств на изготовление печенья с пожеланиями. На собранные деньги организаторы закажут, оформят и доставят сладости сюрпризом в больницы города. Спасибо тюменским врачам за их неравнодушие, за их отзывчивость, за их доброту, за их силу воли. Акция заключается в том, что любой житель нашей области и вообще любого всего мира может написать свою историю, может написать слова благодарности, которые мы впоследствии запакуем в печенье, и это будут такие печенья с предсказаниями.